В 15-й раз по инициативе администрации Ленинского района города Бреста совместно с районной организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Советом лидеров молодежи на площадке торгового дома «Миллионный» прошел новогодник для воспитанников вспомогательной школы Бреста. Мероприятие – часть большой акции «Вместе подарим улыбки детям», которую инициативные ленинцы проводят несколько раз в год. На помощь организаторам приходят меценаты и спонсоры, предоставляют площадку, сувениры, сладкие подарки. Мы создаем сладкую атмосферу. То, что наше предприятие может и с удовольствием делает. Мы сегодня приготовили сладкий подарок. Это наши пирожные. Вот, я думаю, деткам понравится. Взрослые сами немножко становятся детьми, ощущают этот праздник. А вот эти эмоции, когда получаешь от деток, их искренние улыбки, смех и эмоции. Вот, поэтому от этого аж мурашки по коже идут. Чужих детей не бывает, считают в общественном объединении «Белорусский союз женщин». И активисты районной организации всегда в авангарде акций и проектов, главными героями которых становятся дети. Им всегда помогают аниматоры, студенты Пушкинского университета и сотрудники Центра социального обслуживания. Главная задача – подарить радость детям, погрузить их в атмосферу чудес и волшебства. В 100% случаев зависит от взрослых, будут ли наши дети счастливы. И неважно, наши ли это личные дети, либо дети, которые живут по соседству с нами, либо ходят в учреждения образования нашего района. Все в наших силах. Было бы желание. И очень много желающих подарить детям праздник. Это и общественные объединения, и трудовые коллективы, и просто граждане отдельные. Поэтому я уверена, что Новый год у наших детей будет счастливым. Главная награда для каждого взрослого – счастливая улыбка ребенка. Особенно это важно для детей с особенностями. Они так же, как все, хотят быть счастливыми, любят подарки и развлечения, ждут Нового года и пишут письма Деду Морозу. Для них это самый волшебный праздник в жизни. Радостный. Красивый, я очень так его люблю. Мне больше всего хотелось это конфеты Деду Морозу, чтобы мне подарил. Так нравится с Дедом Морозом вообще танцевать и играть с ним, и стихи рассказывать и петь. Дети не умеют улыбаться через силу, поэтому подарить ребенку радость и вызвать улыбку могут только искренние люди. И у ленинцев это получается. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».